себе ситуацию. Познакомился ты с двумя бабами. Одна тебе дает, а вторая не дает. Какая из них хорошая? Ну, конечно, хорошая та, которая дает. Она и хорошая, потому что дает. Так вот, это логика. А может быть наоборот? Может быть хорошая та, которая не дает, потому что она не привыкла давать всем подряд? И она целомудренная и с первого раза не дает. Так вот, это диалектика. Ну и представь, познакомился ты с двумя бабами. Одна тебе дает, вторая не дает. Так какая из них хорошая? Да хуй их поймешь, этих баб. Вот. А вот это уже философия. Я вас раздражать не могу. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Ой, давай, Лен. Руками сильно, держи. Пешка, ёб твою мать. Эй, кишка, кишка, просыпайся. Эй, кишка, блядь, просыпайся, ёб твою мать. Ехать до дому надо, блядь. Что тебе, вы не бандите, а? Эй, кишка, ёбаный рот. Ты только так не вздумай поджигать. Так и сейчас. Жень, бутылку в руку возьми. Поджигай. Ты дурак. Только лицо туда не суй. Поджигай. Ты дурак, что ли? Бутылка бомбанет. No, what are you gonna say? Like, how am I supposed to do this? All right. Well, we're going to try and get Alyssa's dent out of her. All right. Well, do you think if I hit it right here in the middle? Yeah. Oh.